На национализм. Патриотизм может перевести национализм. Это опасная тенденция. Здесь я не могу с вами не согласиться. И в принципе, мы должны, конечно, это иметь в виду и сделать все, чтобы этого не случилось. Это опасно для страны. Самый большой националист в России – это я. Но самый большой, самый правильный национализм – это выстраивание действий и политики таким образом, чтобы это пошло на благо народу. А если под национализм понимается нетерпимость к другим людям, шовинизм, это будет разрушать нашу страну, которая изначально складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство. Это не только тупиковый путь, это путь к саморазрушению. Россия сделает все, чтобы этого не случилось. Thanks very much.